Всем привет, с вами Ермоленко Игорь. Продолжаем прохождение игры Европа 3 Божественный ветер. Играем мы за Россию. Год у нас 1478, 1 января, понедельник. Смотрим геополитическую ситуацию в мире. Так, ну, все вполне неплохо. У нас идет две войны. Шестая Золотоордынская Московская война и Казахско-Русская война. Первая, да, Золотой Ордой и с Казахской Ордой. Так, союзников у нас нету, браков династических у нас сколько? Шесть. Шесть браков, это у нас Московия, Валахия, вот это что такое, Гамбург, Аугсбург 4, Хорватия и Рагуза, да. Шесть стран поддерживают с нами династические отношения. Так, далее. Внутреннее состояние России, да, карта риска восстаний. Ну, что здесь можно сказать? У нас еще есть усталость от войны, от предыдущих наших войн. Да, усталость от войны у нас 2,59. Стабильность, конечно, у нас минус 3. Дает о себе знать. И слишком быстрое развитие тоже включено. Ну, в общем, такие дела. Национальные провинции чувствуют себя средненько. Ненациональные, вновь присоединенные, чувствуют себя, конечно, похуже. Похуже. Так, далее. Торговая карта. Нет, не торговая. Карта религии. Вот, карта религии. Во всех провинциях нашего государства работают миссионеры, те, которые, значит, не православные, да. Того миссионеров у нас раз, два, девять миссионеров. В Самаре, в Калмыкии, в Кипчакской степи, в Надыме 4 уже получается. Так, Шерван, Армения это уже 6. Ну и, соответственно, Шарисхор, Масул и Басра. Да, 9 провинций. В них во всех работают наши доблестные миссионеры. Так, дальше. Торговая карта у нас без особых изменений. В Новгороде 5 купцов. Нажимайся. Приносит у нас 33 рубля, 33 монетки. Самарканд 2 купца приносят 4 монеты. Астрахань 24 монеты, 5 купцов. Иднакар 5 купцов, 9 монеток. Иднакар потихоньку затухает. Да, с ним торгуют всего 4 провинции, да? Ну, хотя, в принципе, вот эти товарищи тоже с ним торгуют. Запорожье и Харьков. Запорожская сечь. Молодцы, ребята, раз вы с ними торгуете. Так, что у нас внутри страны происходит? Правит нашим государством Андрей IV Рюрикович. С 58 года правит. Уже 20 лет. Молодец. Ну, конечно, он такой не особо хороший правитель. Вояка хороший, да, 8. Молодец. Так, в наследниках у него Юрий Рюрикович. Возраст 13 лет. Ну, военные способности у него такие же, как у отца. Дипломатические способности чуть-чуть хуже, чем у отца. А способности к управлению, конечно, получше на 2 пунктика. Ну, нормально. Через 5 лет он сможет вставать на престол. Так, дальше. Великие люди у нас при дворе. Дипломат Григорий Патрикеев. Шестизвездочный. Бесчестие минус 3. Так, инвестиции в управление 5 звезд. Гришка Волконский. И инвестиции в военное дело. Павлуха Татищев. Тоже 5 звезд. Красавчики, ребята. Так, бюджет государства у нас 81 рубль и 7. Из него торговля нам приносит 6 монеток. И Самара, золотодобыча, почти 5 рублей, да? Ну, больше всего, конечно, налоги нам приносят. Так, расходы чуть-чуть поменьше. Баланс 1. Так, что я хочу сделать, кстати? Боевой дух, что у нас тут? 4.33. Так как у нас закончились войны, я думаю, надо снизить содержание армии. И поэтому содержание мы на 0
В два раза уменьшается. Так. Так. Баланс. Соответственно, все денежки направляем в военное дело. Ну, не все, а часть. Так. Сделали баланс на 0. Ну, практически, да? Инфляция будет увеличиваться на 0,20% ежегодно. Военное дело при таком финансировании в 83-м году. Но, в принципе, как и было. Да, я думал, будет лучше, конечно. Ну, пойдет. Так, что у нас с культурными традициями? Ну, здесь, в принципе, все неплохо. Пусть в таком духе и будет. Боевой дух у нас стал, ну, на 2 пункта ниже, конечно. 2, 3, 3, 8. Думаю, для повстанцев самое то. Так, есть такое дело. Так, что у нас происходит вот здесь? Аргын. Аргын, Аргын. Колонисты в Аргын через 3 месяца. Буквально так. Январь, февраль, март. Ну, в районе марта-апреля нужно ждать хороших новостей. Там уже 830 колонистов наших. И если новости будут хорошие, соответственно, Аргын, скорее всего, станет нашим. Так. Также у нас тут есть повстанцы, да? Так, ребята. У вас тут сколько? 2000. Два полка конницы мы отправим в Кирей. Пусть вернут нам Кирей. Так, здесь ребята пойдут в Курган. В Самаре все спокойно. В Булгарии у нас Андрей. Так, так, так. Ну, вроде как все хорошо. Делаем скорость на троечку. Так, у нас есть 5 дипломатов. Самое время заключить с кем-нибудь династический брак. Опа-па, так, в Башкирии мы выиграли. Они идут в Уфу. В Уфу, да? Так, Руслан Румянцев, давай на перерез. В Уфу, вперед. Франция. Что у нас с тобой? Отношения минус 102. Ну, не самые плохие. Так, заключить брак возможно. Ответ отказались. Отказались. Ну, ничего. Через месяц мы к вам вернемся. Не переживайте. Так, споры о порядке наследования. Новые открытия какие-то появились. Окей. Так, Мазовия, Швеция. В Кургане мы выиграли. Молодцы, ребята. Давайте-ка, наверное, сюда. Вперед. Так, Мазовия и Швеция. Мазовия. Уход советников в отставку. Государственный деятель Гришка Волконский умрет. Вот это новости. Государственный деятель. Ай-яй-яй. Так, а у нас есть хорошие какие-нибудь советники? Нет, у нас только двухзвездочные, это ни о чем. Ну что же, закажем картину. У нас стало ровно 100 культурных традиций. Угу. Ну и пробуем государственного деятеля. Да. Шестой уровень, красавчик, Григорий Ушаков. Предыдущий был пятого уровня. Все, что не делается, все к лучшему, что могу сказать. Неожиданно, неожиданно. Так. Григорий Ушаков, 6 звезд. Ай, красавчик. Давай. 24 рубля почти стоит. А, нет. Ну да, 24,30 он стоит, и каждый месяц на него 81 копейку. Ну, я думаю, он стоит своих денег. Так.
Где его правление? В 21-м году. Ух ты, через 50 лет. Так, у нас восстание в Нейланде. И восстание в Джунгарии. Ага. Так. Борис Лопухин, давай-ка успокой восставших. Джунгария, сколько вас тут, товарищи? 4 полка. 4 полка. Константин Шереметьев, давай-ка в Джунгарию пройдись-ка. Так, мы не закончили, кстати. На юге у нас все спокойно, это хорошо. Молдавия. Заключим брак. Вероятно. В Житеру мы выиграли. Так, советник прибыл. Молдаване согласны на брак. Молодцы, ребята. Житеру мы выиграли. Ребята, красавчики. Так, тут что у нас происходит? Казахский полк проиграл. Отлично. И бежит куда он? Кулунда. Это вообще где? А, Кулунда. О, мы тоже можем в Кулунду попасть. Так, в Нейланде мы выиграли. Молодцы, ребята. Возвращаемся в Тавасалам. Так. Шведы. Брак заключим. Крайне маловероятно. Ладненько. Мазовия. Заключим брак. Тоже маловероятно. Вот же засранцы. В Уфе мы выиграли. Молодцы, ребята. Возвращаемся в Самару. Так, а вы, парни, возвращаетесь, наверное, вот сюда. Это у нас курган. Так, патриоты в Савалаксе восстали. Что-то активизировались финские патриоты. Очень прям. Так, нанят наш советник. Окей, через 3 дня в Аргыне произойдет событие. Либо да, либо нет. Смотрим. Красавчики, смотрите. Аргын, успешная колонизация туземцев, то бишь наших товарищей. 1060. Ок. Все, буквально 1 июля. Ой, 1, нет. 5 мая Аргын вольется в ряды нашей славной империи. И это хорошо, в Джунгарии мы выиграли. Так, Константин Шереметьев. Ладно, будь здесь пока. Хорошие новости приходят. Так, что у нас в Молдавии? Так, Мазовия, Швеция, Мантуя, Вюмберг. Мантуя и Вюмберг. Так, ищем Мантую. Так, так, так. А, вот так. Перу, Папская, Орлеан. Где же она есть-то, Мантуя? Непал, нет. Мюнстер. А, Мантуя. Ну, слава богу, нашел. Вот она, Мантуя. Ну. Блин, раньше переходила, сейчас почему-то не переходит. В общем, Мантую найти проблематично, где она есть. Вюмберг. Так, генерал Борис Лопухин покинул наш мир. Это у нас... украинская армия. Украинская армия. Да-да-да. Так, знаете, что мы сделаем? У нас наш правитель в Богучаре с 5000, да? Давайте как мы сделаем.
нет командующего, да, и направим его вот сюда. Так, Андрюха, давай, будешь руководить у нас. Что ж такое, нос чешется? Да, Андрей у нас будет руководить украинской армией, дислоцированной в Финляндии. Так, а вы, ребята, 5 полков, давайте-ка, наверное, на юг. Ну, ориентировочно в Карабах. Вперед. А вы в таком случае, ребята, Владимир Адоевский в Бадият Аш-Шам. Да. Так, скоро наступит май у нас, кстати. Так, будем наблюдать. Ну, как скоро? Буквально через 5 дней. Вот тебе новая провинция. Даже не надо было ждать 5 мая. Так, Аргын. Ну что же, это есть хорошо. Наше государство стало еще на одну провинцию больше, на самую восточную. Это Аргын. Здесь, значит, у нас крепость есть, но исповедуют у нас суннизм. Что же, отправим сюда доблестного миссионера за 32 рублика. Окей. Так. Айратская Орда. Орда. Мы стали иметь с ней общую границу. Скорее всего, на нас нападет. Кто бы сомневался, конечно, кочевники. Айратская Орда. Угу. Их армии могут в любой момент пересечь нашу границу. Мы должны с ними либо сражаться, либо платить им дань. Ну, наверное, мы выберем сражаться. Константин Шереметьев. Не зря ты здесь стоял. Так, давай-ка мы. Раз, два, три. Оп. Да. Вот так вот, вот мы и сделаем. Одни товарищи в Алтай. Это будет Константин. Вторые товарищи давайте в Урюмчи. Здесь как раз у Ойратской Орды есть армия. Под руководством Галдана Очирбала, который стремительно ретируется в Кабдо. Опа-па-па. Калмыкия стала православной. Да ну нафиг. Что, правду, что ли? И вправду православная. Так, надо на это взглянуть. Ты смотри. В центре России осталась одна провинция неправославная, и это Самара. Как она долго переводится, да, в православие. Так, восстание в Ингерманландии у нас. Патриоты эстонские восстали. Ну что же, Андрюха, надо бы успокоить их. Сколько вас тут? 2 полка. Как-то слабенько. Такой значок был огромнейший. Думал, там сейчас 1010 будет. Так, прибыл советник. Окей. Да, кстати, что у нас? Да тихо ты, а. В Шерване. Так, и сколько у вас тут? 4 полка, да? Владимир, давай-ка в Шерван. Пройдись-ка. Пока те товарищи добегут. Мы успеем проиграть. Что я хотел посмотреть? А! Сколько у нас усталось от войны? Уже 1,79. Было 2,79 или 39. Так, посмотрим на внутреннюю стабильность. Ну, центральные провинции национальные зеленеют. Да, зеленеют. Так, Кулунда. Мы выиграли. Мы выиграли в Кулунде. Ну что же, что же. Это неплохо. Давайте-ка, парни, куда вас отправить? Ну, в Аргын, наверное, отправляйтесь. Или даже... Открытие, окей. В принципе, что в Аргын? Давайте в Алтай сразу. Так. Ну-ка, что у нас тут споры о наследовании? Мантуя, Гессен. Опа, в Молдавии кто-то родился, что ли? Степан. Пан Святославович. В общем, у них стало все нормально, да, я так понял.
Так, ладно. Швеция, Мантуя, Гессен, Сан-Ангальд, Кипр. Так, восстание в Архангельске. Так, ребята, давайте в Архангельск. А потом в Ингерманландию. Вот так вот. Вот. Кипр. Тихо, тихо, тихо. Так, полковник 4 уровня прибыл. Нанят наш советник. Отлично. Кипр. Заключим брак. Крайне маловероятно. Хотя православные засранцы. Попробуем все-таки. Отказались. Отказались. Наши отношения минус 200. Ну, понятное дело тогда. В чем здесь проблемка-то была? Ага, так, ну ладно. Что-то я хотел на что-то взглянуть и почти забыл. Так, восстание в Вязьме и повод для войны с Венецией. Вязьма, Вязьма, вот она где. Ну что же, Осип, пройдись-ка в Вязьму. Тряхни костями. Так, в Архангельске мы выиграли. Мы лишились модификатора слишком быстрое развитие. Надо на это взглянуть. Вот, вот, пожалуйста, видите, как все позеленело. 3 пункта вниз. Вот, на это уже приятно взглянуть. Даже центрально-южные регионы уже начинают буреть. Финляндия бурая стала. Ну, в общем, неплохо. Национальные провинции, я про них вообще молчу, они вон как трава зеленые. Так, Шерван мы выиграли, отлично. Вот это печальные новости, конечно, что Афоня у нас покинул наш мир. Где ты? Вот он ты где, да? Блин, ну, без генерала, конечно, очень нехорошо. Надо заказывать. Почем нынче генералы? 108 рублей. Дорогие елки-палки. Активирован модификатор. Радость была недолгой. Так, Арсений Орлов. Давай, руководи у нас сибирской армией. Так, что у нас в Алтае происходит? Объединимся. 5000, да? Штурмовать вообще не вариант. 885 человек, лучники. Но это ни о чем, конечно, согласен. Ладно, будем ждать, будем ждать. Где у нас тут? Алтай. Да, тут, в принципе, брешь пробита уже в стене. Легко взять штурмом, говорят, да? Ну, попытаемся, конечно. Я на паузе, кажется, был. Ну... Ну, наши штурмовики теряют боевой дух стремительно. Да, не смогли. Ну, конечно. Лучниками штурмовать вообще не вариант. Ладно. Выиграли осаду Урюмчи. Урюмчи наша. Ну, давайте на подмогу в Алтай. Что же. Алтай у нас будет, кстати, следующая колонизируемая нами провинция. Так, перейти в Али-Мулы. Али-Мулы. Так, Арсений, прояви себя в бою, посмотрим на тебя. Что ты из себя представляешь? Так, а вы, парни, не стесняемся, идем в Мурган добивать. Турки тут орудуют у нас. Вязьма. Вязьма мы выиграли. Давайте возвращаемся в Азов. Вперед. У нас уже 4 колониста. Ты смотри, а. Как они стремительно набегают. Выиграли Алтай. Ну, наконец-то мы выиграли Алтай. Отправляем сюда доблестного колониста нашего. Сколько он будет дней колонизировать-то? Где это написано? 200 дней. Офигеть, почти год. В Мургане мы выиграли.
Так, парни, объединяемся. 13 полков, да? Во главе Владимира Адоевского. Ну что же, неплохо. Так. Новое открытие Азават. В Ингерманландии мы выиграли. Парни, возвращаемся в Савалакс. Контролировать здесь все будем. Тут еще повстанческие настроения действуют в Савалаксе. Вообще не прикольно. Так. Споры о порядке наследования. Я хотел все-таки с французами заключить брак. Так, заключим брак. Возможно. Ну что они нам сказали? Так, мы выиграли в Валимулах. Французы согласились, красавчики. Молодцы ребята. Так, Алимулы, бегут они в Туркестан. Кто тут у нас восстал? Патриоты казахские. Догоним в Туркестане. И накажем засранцев. Так, восстание в каракайнлукских националистов в Дагестане. Так, Владимир, надо бы успокоить их. Есть. 1 января 79 года. Самое время закончить эту серию, эту часть. И посмотреть итоги, наметить планы на будущее. Смотрим, что у нас Турция. Турция тут Сирию атаковала полностью. Кроме Бейрута. Ты смотри, а. Лютуют. Засранцы. У нас появилось провинциальное решение в Москве. Так, ну это все, наверное, будет в следующей части. Смотрим, что у нас творится на данный момент. Итак, в этом году, в 78 году, мы приросли еще на одну провинцию, самую восточную провинцию. Тра-та-там, Аргын. Кстати, Аргын. Аргын у нас производит шерсть. Богатая провинция у нас вообще. Так, где это написано? Ну нет, не особо богатая, конечно. Ну-ка. Торгуют с Джунгарией. Аргын. Нет, самая большая, дорогая здесь Алтай. В этом торговом центре. А Аргын. Мало совсем, мало всего производит. 1,87. Мы с нее будем иметь. Бедненькая, бедненькая провинция, конечно. Ну ладно. Так, смотрим, что у нас на дипломатической карте. Ну что же, мы воюем с тремя ордами. Золотой ордой, с казахской ордой и с ойратской. Где она? Ух ты ж, это тоже ойратская орда. Вот это новости. А кто осаждает, контролирует Корея. Вот оно что. Война Россия, война Монгольское ханство, Корея, боже мой. Смотри, какие они ненасытные эти. Ойратская орда. Так, поехали. Внутреннее состояние нашего государства. Ну, в принципе, неплохо. Могу сказать, что неплохо, да. Буро-зеленые, буро-красные и красные провинции. Ну, сами все видите. Нормально. Жить можно. Так. Карта религий. Калмыкия перешла под наше светлое правление нашей церкви. И это радует. И у нас также 9 провинций. Раз, два, да, 9 провинций, в которых работают миссионеры. Стремительно переводят местное население в православие. Торговая карта не изменилась. Почему не изменилась? Два... А где у нас были два купца? В Самарканде у нас было два купца, и их выгнали. Ай-яй-яй. Так, Новгороде 5 купцов, 33 монетки. В Астрахане 22 монетки. И в Иднакаре 10 монет. Кстати, в Иднакаре было 9, по-моему. Так.
Ну, на этом и все. Смотрим и запоминаем Россию в 79 году на 1 января, на начало года. Все, на этом все. Если понравилось, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, дабы не пропустить следующие серии завоевания России и всего мира. Всем пока, всем удачи, всем спасибо за внимание. Arrivederci. We'll be right back.